Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей». О событиях среды 25 октября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. Машина напополам, водителю повезло, выжил. Аварию у аэропорта активно обсуждают в социальных сетях. На полвека в тюрьму. Суд Центрального района Сочи вынес приговор семи наркодилерам. В Сочи выбрали нового почетного гражданина, но теперь порядок пересмотрят. К такому решению пришли на сессии городского собрания. Более 350 туроператоров уже подтвердили свое участие в международном турфоруме в Сочи. Что нового им предложит курорт? Планы развития Кубани на ближайшие 13 лет обсудили в Санкт-Петербурге. В северной столице в эти дни проходит общероссийский форум стратегов «Экономический документ края». Сегодня представили экономистам не только нашей страны, но и зарубежным специалистам. Заседание экспертного совета возглавил председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Каким будет Краснодарский край через десятилетие, узнали наши краснодарские коллеги. На таком высоком уровне эту стратегию развития Кубани обсуждают впервые. Над ее созданием работали в течение всего года. По сути, это экономическая конституция Краснодарского края, придерживаться которой будут до 2030 года. По прогнозам специалистов, к этому сроку в Краснодарском крае будут жить уже больше 6 миллионов человек. Почти половина из них будет занята в экономике региона. При этом зарплата кубанцев вырастет как минимум на 80%. Все это не просто красивая картина будущего, а вполне реалистичные амбиции, считают краевые власти. Каждый такой пункт прописан в проекте стратегии развития. Сегодня его представили на суд российских и иностранных экспертов. Лично с ним ознакомился даже Алексей Кудрин, председатель Совета Центра стратегических разработок. Новый экономический документ принципиально отличается от предыдущего, по которому сегодня живет край. За последние пару лет экономика региона полностью изменилась, и нам приходилось перестраиваться на ходу. Чтобы обеспечить достойный уровень жизни, нам нужно, чтобы рост экономики в год был как минимум на уровне 4%. Рост ВРП должен быть увеличен как минимум в 2 раза. Сегодня это кажется запредельно, а нам некуда деваться. Объем промышленной продукции тоже должен быть увеличен как минимум в 2 раза. Производительность сил должна быть как минимум в 2,5 раза. Конечно, мы ставим амбициозную цифру. И бюджет края должен быть около 600 миллиардов, и тоже не менее. И сегодня, я уверен, мы будем обсуждать ту стратегию, которая отвечает общероссийским тенденциям, которая отвечает сегодняшнему федеральному законодательству, которая отвечает реальности сегодняшней жизни, реальности сегодняшней экономики, которая отвечает запросам жителей края и бизнеса. К созданию стратегии развития края были привлечены десятки экспертов, в том числе и специалисты Леонтьевского центра. На каждом этапе документ выносили на публичное обсуждение во всех районах Кубани. Их, кстати, поделили на 7 экономических зон, в зависимости от месторасположения и потенциала каждого муниципалитета. Так, например, в северной части региона более развито сельское хозяйство, а на побережье – туризм. Все это и отражает проект стратегии. Собственно говоря, по тем экономическим, социальным показателям, которые там будут определены, будем в дальнейшем строить свою деятельность в рамках разработки и утверждения государственных программ. Ну и, соответственно, будем, безусловно, сверять с этим документом свою работу в рамках формирования и исполнения бюджета. Закон о стратегическом планировании в нашей стране приняли 3 года назад, но создание такого плана действий в регионах сегодня даже больше требования времени. И по мнению Алексея Кудрина, не случайно в центре внимания экспертов сегодня именно проект стратегии развития Кубани. У Краснодарского края есть хороший потенциал. Есть действительно те точки, которые можно создать, сделать точками роста, нарастить возможности. Вообще мы в сравнении с другими регионами видим Краснодарский край как вообще одну, там, я бы сказал, в десятку входит регионов, который может иметь опережающий даже по сравнению со средними темпами роста развития. И вот этот потенциал нам нужно поднять. Мы сегодня привыкли к тем флагманам экономики, которые уже есть. Агропромышленный комплекс, курорты, транспортная составляющая, безусловно. Но я бы хотел акцентировать внимание на промышленность. Сегодня промышленность тоже может быть
в Красноярском крае очень активная, и мы сегодня, конечно, думаем над увеличением объемов промышленной продукции. И она должна быть, эти объемы, как минимум 2 раза увеличены, только потому, если мы говорим, что сегодня мы должны максимально разогнаться. И вот это наше видение. В концепции тоже отражен промышленный стартап такой, и это очень важно, потому что сегодня нужно не только смотреть на Кубань как на житницу страны. Безусловно, она такой и останется. Но есть достаточно тех отраслей экономики, которые у нас где-то в тени. Вот я думаю, что настало время их выводить из тени. Настало время их делать пусть не выше, но где-то наравне с агропромышленным комплексом, современным агропромышленным комплексом. Чтобы выполнить эту задачу, к проектам промышленности собираются привлекать еще большее внимание инвесторов. Через новые мобильные приложения для них весь потенциал края будет как на ладони. Требуем от стратегов, от тех, кто разрабатывает эту стратегию, чтобы этот документ был переложен в мобильное приложение или вот, ну, в более понятное мультимедийное приложение. Для того, чтобы любой из инвесторов мог через сайт, через мобильное приложение в более удобном, понятном, быстром и современном способом мог посмотреть, какие возможности есть в регионе, куда можно более качественно и эффективно вложить свои финансовые средства, где какие трудовые ресурсы, где какие производительные силы, где какие природные, полезные, минеральные и так далее ископаемые. В приоритете останется и традиционная отрасль – агропромышленный комплекс. Он должен превратиться в кластер с глубокой и умной переработкой сырья. И в первую очередь речь о пищевых линиях, но новые решения требуют и другие направления. И одно из важных направлений – это, конечно, стратегия. Это связь науки и производства. Инновационные подходы селекции, семеноводства здесь развиваются большими темпами, но недостаточно. Мы сегодня должны получать от науки те задачи, те ресурсы, которые необходимы для будущего развития, создания новых, современных, экономически выгодных технологий для того, чтобы в будущем агропромышленный комплекс показывал уверенный рост. Реализовав все планы, Краснодарский край вполне может войти в пятерку лучших регионов страны по всем показателям. Но самое главное, все это отразится на благополучии жителей. Мария Крошина, Денис Москаленко, Кубань-24, Санкт-Петербург. Лучшие в мире. В Анапе встретили победителей международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Кубанцы София Гарпенко и Роман Магонов взяли золото в номинации «Мобильная робототехника». Победителей уже поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев, написал об этом у себя в Твиттере и отметил успех всей команды. Цитирую. «Ранее в Краснодар из Абу-Даби вернулись бронзовые призеры. Эти ребята – будущее не только Кубани, но и всей России. Гордимся талантами. Соревнования для школьников впервые прошли на мировом уровне и сразу такой успех. Будем и дальше развивать движение WorldSkills в крае». Конец цитаты. Соревнования по профессиональному мастерству среди молодежи проходили в Абу-Даби. В состав российской сборной вошли 7 жителей Краснодарского края. Помимо робототехники, они выступили в таких категориях, как облицовка плиткой, столярное дело, сухое строительство и штукатурные работы. И к сочинским событиям. Видео страшной аварии у аэропорта активно обсуждается в социальных сетях. Накануне в районе 10 вечера Nissan Skyline не справился с управлением и врезался в столб. Водитель иномарки был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, у него повреждены легкое, сломанные ребра, есть черепно-мозговая травма. Как сегодня стало известно, молодого человека уже прооперировали, он получает необходимое лечение. Это местный житель из села Молдовка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции. На полвека в тюрьму суд Центрального района Сочи вынес приговор 7 наркодилерам. Они признаны виновными в незаконном сбытии наркотических средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Преступники приговорены в совокупности к 50 годам лишения свободы. Здесь я в белом ящике, внутри я тоже сделал клад в виде россыпи «Спайс». Так называемые закладчики. Их двоих взяли первыми при закладке доз. Подробно рассказывают, какие наркотики, где и в каком количестве они оставляли для покупателей. При них было 55 пакетиков со спайсом. Третьего участника группы, гражданина Узбекистана, взяли в автомобиле. Что-то имеете запрещенное при себе? Пожалуйста, руки держите на руле. Руки держите на руле. Ничего не имеете. Ничего не имеете нигде. Ничего.
Именно в машине хранились оптовые партии дурмана. Под передними сиденьями, в багажнике и внутри колеса было найдено около 900 пакетиков с наркотиком. Всего в ходе обысков было изъято около 4 килограммов дурмана. После, в момент попытки выехать из Сочи в Белоруссию, были задержаны еще двое подельников. Диспетчера и одновременно бухгалтера группы, гражданку Узбекистана, взяли в Москве. Откуда, кстати, всей группой руководил 29-летний житель Чечни. На его поиски ушло 9 месяцев. Еще один человек пока остается в розыске. Кстати, закладчиками, которые были задержаны первыми, оказались молодые сочинцы. Наркодилеры используют все возможности, чтобы вовлечь молодежь в свой незаконный бизнес, обещая им легкий доход. Но есть и обратная сторона медали. Так, в прошлом году в места лишения свободы отправилось 186 сочинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Как правило, это молодые люди, так называемые закладчики, которых вербовали через посредством интернета, через телефон. Дальнейшая судьба этих горе наркодельцов никого не волнует и не интересует. Прибыль получают, конечно же, другие. Те, которые нанимают, они называют их молодежь расходным материалом. Что касается задержанной группы, на расследование и рассмотрение уголовного дела потребовалось около 2 лет. Организатора приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Остальные участники группы получили от 6 до 10,5 лет заключения в колонии строгого режима. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. Сегодня на сессии городского собрания был выбран новый почетный гражданин города Сочи. Он замыкает этот список. Теперь выбирать почетных граждан будут только через 2 года. Почему, узнаем далее. Вопрос о звании почетный гражданин города Сочи стоял последним в основной повестке дня. Тем не менее, он вызвал наибольший интерес. Сегодня депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования определились с выбором почетных граждан города Сочи. Ими стали заслуженный врач России, начальник санатория «Правда» Валерий Склиренко и генеральный директор сочинского мясокомбината Нина Барская. Затем депутаты проголосовали за 2-годичную паузу. В это время будут рассматриваться предложения и новое положение о почетных гражданах. Конечно же, надо это положение принять, отработать, какие-то более уже современные критерии выдвинуть. Сегодня также депутаты городского собрания Сочи проголосовали за выравнивание налоговой нагрузки. Речь идет о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности. После изучения этого вопроса на рабочих группах с экспертами торгово-промышленной палате было принято решение о повышении в среднем до 20% налога на те, которые используют эту систему налогообложения, не ЕНВД. А это большое тоже количество наших людей, которые сдают жилье в наем. То есть это наши мини-гостиницы. В основном это касается их налога. Таким образом, если все налоги будут исправно выплачиваться, городская казна получит дополнительно 500 миллионов рублей. Сегодня был скорректирован бюджет города. Он увеличится за счет поступления краевых средств, а это 53 миллиона на отрасли образования и социальной политики. Также городская казна увеличится на 234 миллиона рублей. Эти средства поступят в результате подготовки города к чемпионату мира по футболу. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Более 350 туроператоров и турагентств уже подтвердили свое участие в предстоящем международном туристском форуме. Он состоится в Сочи 23 и 24 ноября. В его рамках пройдет выставка курортного потенциала Сочи, различные круглые столы и инфатуры. Как Сочи готовится принимать гостей форума, а также об итогах летнего сезона и планах на зимний, главе Сочи Анатолию Пахомову в ходе протокольной встречи рассказал начальник управления по курортному делу и туризму. Все подробности в сюжете Ольги Десятовой. Пляжный сезон Сочи завершил успешно. Гостей было не меньше, чем в прошлое, рекордное по количеству туристов лета. В плюс к статистике – гости Кубка Конфедерации и Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Итог – 4 миллиона 800 тысяч отдыхающих. Летний сезон прошел успешно. Мы действительно в этом году подтвердили практически то, что мы круглогодичный курорт. У нас тяжело, но все-таки на уровень прошлого рекордного года мы вышли. Я думаю, за счет фестиваля молодежи мы, наверное, немножечко больше будет у нас количество туристов по этому году, чем в прошлом году. Это тоже шаг вперед. До следующего лета еще далеко, но уже сегодня надо приглашать гостей в Сочи на пляжный отдых, отметил мэр. Возможности курорта будут презентованы на традиционном уже 4-м международном туристском форуме. Он стартует в Сочи 23 ноября. Сегодня форум называют главной деловой площадкой по внутреннему и въездному туризму в России. На эту выставку мы приглашаем, значит, всех членов туристской ассоциации, которая была создана для развития черноморских городов.
Помимо этого пригласили все регионы, всех руководителей регионов, в том числе и тех, в которых вы побывали с презентациями. Уже есть обратная связь, они подтверждают свое участие в этом мероприятии. Заявлено участие порядка 60 туроператоров и 300 турагентств. Для них в том числе будут проведены инфотуры с осмотром отельной базы, инфраструктуры курорта, экскурсиями по достопримечательностям и объектам показа. Будут презентованы и возможности Красной Поляны, ведь зима близко. Все туроператоры говорят, что продажи зимнего этого курортного сезона идут уже активным очень образом. Уже даже существуют сложности в приобретении размещения именно на новогодние праздники. Традиционно у нас готовится дорожная карта по подготовке к зимнему курортному сезону. Действительно нужно и штаб создавать, и, значит, дорожную карту расписывать, и заблаговременно всех ответственных, в том числе и Минтранс, и ГИБДД, и, конечно, ответственных руководителей объектов размещения. То есть всю ту работу, которая у нас наработана, опыт хороший, опыт позволяет и обеспечить полную безопасность, и, конечно, комфортность в это время. Инновация предстоящего зимнего сезона – единый скипас на курортах Красной Поляны. Его планируют ввести к новогодним праздникам. Единственный нюанс – пока между Розой хутор и Горки город не будет связи на горе. Это только в планах. А еще с 1 января вступает в силу закон о курортном сборе. В Сочи приняли решение этот налог для туристов сделать минимальным – всего 10 рублей в сутки. Кстати, эту инициативу поддержали и города края. Ольга Десятова, Демид Даниловский, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сегодня в Сочи отключили вечный огонь. Работа мемориальной чаши в завокзальном районе остановилась на несколько часов из-за проведения профилактических работ специалистами Сочи-Горгаза. Очистка горелки и ее сопла от копоти проводится несколько раз в год. Последняя очистка чаши вечного огня была в июне, в канун Дня памяти и скорби. За несколько месяцев, помимо нагара, на газовом оборудовании в чаше собралось немало мусора. Чего только нету. Деревяшки, костры какие-то. Пакеты, бутылки, зажигалки и даже небольшие поленья. После очистки чаши специалисты Сочи-Гургаза проверяют герметичность газового оборудования и включают вечный огонь. Также проводится санитарная уборка всей прилегающей территории мемориала. Подобные профилактические работы проходят регулярно на всех мемориальных комплексах курорта. В этот раз профилактические работы совпали еще с приездом в наш город, как вы знаете, очень значимой делегации из Германии, которая завтра примет участие в конференции. Члены делегации запланировали в том числе во время своего пребывания в Сочи и поездку вот сюда на мемориал в завокзальном районе с целью возложить венок. Делегация из Германии посетит Сочи завтра в рамках конференции молодых лидеров под руководством председателя объединения Германия-Россия «Новое поколение» герцога Кристофа Альденбургского. В церемонии примут участие и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Сочи сфотографировали с борта МКС. Сегодня летчик-космонавт Сергей Рязанский опубликовал снимки на своей страничке в Инстаграм. Сегодня Сочи – это один из самых протяженных городов на Земле. В 2014 году город принимал зимнюю Олимпиаду и заметно преобразился. Олимпийские объекты будут украшать город еще долгие годы, подписал фотографии космонавт. Сочинские подписчики очень обрадовались, увидев снимки. Всего за час фотографии набрали несколько тысяч лайков. Новую жизнь получила детская и спортивная площадка на Абрикосовой. В районе 19-го дома уже второй день ведутся активные работы и началась укладка специального покрытия. Все подробности в нашем сюжете. Похвастаться таким покрытием может не каждый спортивный объект, а вот площадка в обычном спальном районе на улице Абрикосовая может. Ровным резиновым бесшовным покрытием яркого цвета она обзавелась вчера. А сегодня здесь приступили к работе на соседней детской площадке. Выполнено покрытие из резиновой крошки. Резиновая крошка делается, это вторсырье, переработанные грузовые покрышки. То есть, так скажем, эко-резина, можно называть так. Вот здесь резиновую крошку смешивают с красителем. Далее валиками ее ровно распределяют по бетону. Резиновое покрытие укладывают рабочие из Санкт-Петербурга. На счету этого подрядчика несколько детских площадок в Сочи и по всему краю, а еще новый сквер фестивальный. Там они выполняли подобную работу. Очень много детей на этой площадке сегодня играет. Это близлежащие дома все. Поэтому это важно очень. Сегодня мы видим, какое покрытие замечательное, что очень главное. Это самое главное. Детишки, если упадут, ничего с ними не случится. Резина приходит на смену бетону. На смену старым железным конструкциям новые качества.
качели, горки и карусели. Сделано это в рамках депутатского наказа и силами районной администрации. В каждом из микрорайонов ведутся подобные работы, но не такого большого объема. Здесь площадки у нас большие, здесь по 1000 квадратов площадки. Такие, например, у нас в завокзальном микрорайоне ведутся, на Цветном бульваре у нас площадка установлена. Значит, были установлены воркауты, 3 воркаута у нас по центральному району было, это микрорайон Макаренко, КСМ и Мамайка. На спортивной площадке осталось только нанести разметку. На детской все работы завершили сегодня вечером, а уже завтра здесь смогут играть дети. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи стартовал 14-й краеведческий конкурс «Черное море». В нем примут участие порядка 1000 школьников. Это ученики с 1 по 8 классы, воспитанники Центра детского туризма и экскурсий, а также центров доп. Образования. Территория для проведения краеведческого конкурса – приличная часть лунопарка и площадь искусств. На этой площадке собралось несколько сотен школьников с 1 по 3 класса, всего около 60 команд. Многие ребята принимают участие в конкурсе впервые и, конечно, подготовиться к нему юным любителям наук помогали родители. Было очень интересно готовиться. Я честно признаю, что я сама много нового узнала. Это командная работа. Мне кажется, здорово сплотить коллектив сразу же. Тут же каждый обязан за какую-то сферу знаний. Нам все очень нравится. Еще здорово было бы занять какое-то место, наверное, чтобы ребятам было еще более ощутимо, что они вот такие молодцы, они подготовились и они заслужили. Конечно, любой результат хорош, считают и родители, и руководители команд. Педагог 22-го лицея Татьяна Ковалева принимает участие в конкурсе уже в 10-й раз. Были разные итоги и победы, и средние показатели, но главное – это участие. Ведь такое мероприятие приносит только пользу школьникам. Дети запоминают информацию не такой не в сложной форме, не заучивают знания по книгам, а вы можете видеть, что используются разные методы и формы работы, которые способствуют лучшему усвоению знаний. И наши дети, как юные сочинцы, они могут теперь рассказать не только о нашем городе Сочи, но и о том, что у нас есть замечательное Черное море, и сколько стран окружает Черное море, какие животные живут в Черном море и растения. В игровой форме участники конкурса выполняют творческие задания, отвечают на вопросы по таким предметам, как кубоводноведение, история, география, биология. Один ответ, один балл. Подсказки не приветствуются. У них очень большой интерес это вызывает, с большим азартом они всегда участвуют. И каждый год у нас очень много участников. Подсказки, телефоны, шпаргамки, с этим очень строго. Конечно, у нас всегда выявляются нарушители, но мы им аннулируем все их результаты, поэтому с этим очень строго мы следим. Команды, давшие наибольшее количество правильных ответов, получают дипломы и приятные подарки. Завтра в конкурсе примут участие ученики средней школы, около 70 команд, а после организаторы подведут итоги конкурса. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи стартовало открытое первенство и чемпионат города Сочи по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Артистизм, оригинальность, трудность, хореографию и ошибки сочинских спортсменок оценивали судьи и тренеры городской спортшколы номер 2. Особая ответственность на спортсменках первого разряда и кандидатах в мастера спорта. Для них этот турнир отборочный на первенство Краснодарского края. Этим гимнасткам-художницам по 7 лет. Воспитанницы второй городской спортшколы – неоднократные победители городских турниров. Командой они стали не случайно. Работа в группе подходит далеко не для каждой гимнастки, отмечают тренеры. Для этого у спортсменки должны быть определенные личные качества. В первую очередь – ответственность и коммуникабельность. Партнерши должны чувствовать друг друга. У этих малышей все совпало. Мне нравится, что девочки гибкие в гимнастике. Красивые. Я сама себя позвала, я всегда хотела быть гимнасткой, и я добилась своего. Я хочу, чтобы я была всегда, всегда лучшей. Я полюбила гимнастику, потому что я увидела, как это очень красиво. Я дома всегда занималась и сейчас занимаюсь, и мне очень нравится это заниматься, и я люблю своего тренера. Я когда по передаче смотрела, как выступают девочки, я увидела, что они прыгают шпагат отлично. Я захотела, сказала маме: «Мама, я хочу пойти на гимнастику». И меня мама отвела.
Свое мастерство на коврах Югспорта сегодня демонстрировали порядка 60 групп. Все 3,5 сотни гимнасток, воспитанницы сочинских спортшкол и клубов. Основная задача – просмотр перспективных гимнасток, исправление ошибок, которые мы допускаем. Ну и делать город красивым. Наши девочки – самые красивые в городе. Девочки первого разряда КМС борются на отбор первенства Краснодарского края. Лучшая команда будет представлять Сочи в Краснодаре, а вот девочки помладше пока оттачивают синхронность выполнения элементов. Групповые упражнения по структуре сложности намного выше индивидуальных. Здесь другой характер двигательной активности и энергетики, подчеркивают судьи. Выше и уровень ответственности у самих гимнасток, ведь победа, как и поражение, у них одна на всех. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И в завершение информации от наших партнеров. Стоматологическая клиника «Валиденталь» проводит акцию от производителя брекет-систем. Исправление прикуса у детей и взрослых. Школьникам скидка 30%. Чайковского, 3, телефон 254-57-07. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.